Затопленным домом на улице Российской заинтересовались прокуроры. Проверка уже показала наличие нарушений в здании. Накануне многоэтажку затопило из-за дождя. Пострадало несколько квартир. Как оказалось, крыша была не закрыта, а все потому, что сильный ветер буквально снес укрывной тент. И вода просочилась в подъезды и жилье челябинцев. Руководство ЖКХ пояснило, все произошло из-за непогоды. Подрядчик по условиям контракта будет обязан компенсировать весь ущерб пострадавшим, иначе не получит денег за работу. Впрочем, свою проверку уже начали прокуроры.